Бывший руководитель департамента городского хозяйства Красноярска Олег Гончаров возглавил управляющую компанию «Красжилсервис». Она входит в состав городской управляющей компании «Жилфонд». В ее ведении находятся дома Советского района. В самом «Жилфонде» назначение объяснили тем, что Гончаров обладает большим опытом работы в сфере ЖКХ. Это должно позволить вывести качество услуг, предоставляемых компанией, на более высокий уровень. Напомню, в прошлом году завершился судебный процесс по делу об обрушении подпорной стены на проспекте Свободы. Олег Гончаров являлся одним из обвиняемых и был сначала приговорен к 5,5 годам колонии поселения, а затем после обжалования приговора его амнистировали и сняли судимость. В «Жилфонде» уверены, что Гончаров справится с новой работой. Гончаров приступил к обязанностям с сегодняшнего дня, возглавляет компанию «Красжилсервис». Про шлейф вообще ничего не могу сказать. Я знаю Олега Васильевича только со стороны специалиста. Все остальное – это уже за компетенцией меня как работодателя. Безусловно, я являюсь гарантом подбора кадров в «Жилфонд». Соответственно, я сделала приглашение ему, и он согласился.